Управление края по госрегулированию цен и тарифов утвердило новые нормативы потребления горячей и холодной воды, по которым платят жильцы без счетчиков. Решение уже вступило в силу, пишут корреспонденты «Комсомольской правды» на Алтае. Новые нормативы заметно выше прежних. Увеличение зависит от степени благоустройства квартиры. Кроме того, теперь они дифференцированы по 7 климатическим зонам. Жильцы многоквартирных домов будут платить в половину больше за холодную воду и на 80% за горячую. Размер потребительской корзины для жителей края останется прежним до 2021 года, выяснили корреспонденты Бийского рабочего. Краевым законом установлено, взрослый житель края в год должен съедать хлебных продуктов 131 килограмм, 93 килограмма картофеля, овощей и фруктов 175 килограмм, 23 килограмма сахара и 58 мяса. Подробнее с нормами потребления можно ознакомиться на сайте газеты «Бийский рабочий». А полиция БРУ сообщает приятную новость для ветеранов. Барнаульские таксисты будут целый месяц возить их бесплатно. В честь Дня Победы бесплатный проезд будет также организован в межмуниципальных автобусах 4 по 12 мая. А 9 мая бесплатный проезд обеспечит ветеранам в Заринске. Евгения Даровская, наши новости.